потому что новостей пиздец. Сегодня был на студии, мы свели альбом. Это был мой, наверное, первый такой задолго опыт, когда я приезжал на сведение. Вообще не помню, когда последний раз такое делал. Всегда теперь будут так делать, это полный пиздец. Мы просто... Даже вот треки, которые я думал, ну, вот это, возможно, не хит, но после сведения это пизда, короче, ребята. Пизда полная, нахуй. Да, я немножко, потому что от наркоза сегодня отхожу. Так что не пиздите там за всякие плохие штуки на меня. Это, что я говорил, был на студии, блядь, это пиздец. Сейчас только что закончил отслушивать весь альбом. Пу, блядь, я хуй даже знаю. Я вот обычно привык как-то подогревать, рассказывать, что ебануться, вы такого никогда не слышали. Но это, у меня даже слов нету, короче. Я надеюсь, все понятно просто по моим глазам сейчас. Это, я хуй знает, люди не готовы к такому большому количеству охуительного материала, поэтому я даже немножко побаиваюсь. Потому что, сука, ну это просто каждый трек шедевр, блядь. И из них складывается такое событие, не побоюсь этого слова. Потому что я на этот раз даже над концепцией задумался. И из этого складывается такое событие для индустрии, которое никто не сможет перекрыть в ближайшие несколько лет. Это точно, я, блядь, скриньте нахуй. Я говорю, вот это событие, вот этот альбом не переплюнет никто по всему нахуй ближайшие несколько лет. Ой. Так прикольно, курю свой табак, блядь. Ха-ха, дожили нахуй. Охуенный вкус, пиздец. Ладно, вернемся к сегодняшнему релизу. Сегодня у нас коллаборация ебанутая вообще. Америкос, казах, еврей, для тех, кто уже в теме, да? Вот. Fetty Wap, ну что вам сказать, легенда, блядь. Trap Queen, это пиздец полный вообще. Если вы не знаете, что... Блядь, я чувствую себя Кизару каким-то. Чё это? Он, видимо, всегда от наркоза отходит. Вот. В общем, коллаба ёбнутая вообще. На второе Грэмми пойдем. Иманбек вообще респект. Казахстан респект. Америка респект. Ебать, вот это мы интернациональные вещи делаем вообще. Пока пиздят... Ребята, мы просто объединяем мир и делаем пиздец, какой охуенный трек. Через 40 минут его услышите. Украинские флаги в комменты. Привет украинцам. Очень мне жаль, конечно, пиздец. Будем сейчас выяснять, что за история. Реально жаль. Я угроза нацбезопасности. Я человек... Моргенштерн. Человек угроза нации. Ребят, алло, я просто хочу приехать, концерты поиграть. О чем вы говорите? Ёбаный. Как я нации-то могу угрожать? Это все за тот случай в Одессе меня притягивают. Но тогда ведь СМИ вырезали из контекста, вырвали из моей фразы кусочки, расфорсили это и пошел пиздец. И как бы люди, даже не разобравшись в ситуации полностью, хотя есть полное видео моей полной речи, там другой смысл абсолютно. Вот, люди не разбираются в ситуации, закрывают мне въезд. Пиздец, я так хотел в Киев ебануться, как я хочу в Киев, в Харьков, охуеть. Просто я помню концерты в Киеве, в Харькове, да в Одессе, блядь. Такие концерты, такие люди, такие женщины. Ужас вообще. Ну ладно, не будем о грустном. Давай попробуем поотвечать на наши вопросы. Ебать, всего 3 минуты прошло, я столько напиздел всему. Если я сегодня просплю дроп... Сори.
Бля, охуеть вообще, это просто искусство. Да, кстати, мы полностью снимали, как делали зубы, и это будет не скучное видео про то, как я пришел делать зубы, вот, посмотрите, клиника, чуваки. Пока я был в наркозе, надо мной жестко издевались, просто пиздец как. И типа это первое видео на Ютубе, снятое без сознания, и там такое, это, блядь, так смешно, нахуй, я да... Вот видос, где я переодеваю, ну, типа, все эти охуевают с видоса, где я в гриме хожу, там почти 10 лямов просмотров, пиздец. А этот смешнее в разы просто, нахуй. Ой, нервный тик у меня, конечно, да. Самое классное, они не красятся от кофе. Я так люблю кофе и там... А они не красятся. Охуеть, я просто другой человек, такой... Дорогой. В общем, господа, мы разъебываем по всем фронтам. И альбом, и YouTube, и этот. Кстати, не забывайте про карты. Потому что мы завтра... Ой, надо об этом сказать, блядь, забыл. Мы завтра уже будем снимать, как я звоню тем, кто заказал. Поэтому... Сегодня последний день, чтобы оказаться в их количестве. Ладно, вот вам эксклюзивная информация, блядь. Сейчас закончится эфир, надо запомнить. Скажи про... Про что, блядь? Альфа-банк, скажи... А, все, про карты. Да уж, господа. Блин, я... Ну вот, если вдруг с этого эфира вырежут... мое поведение как доказательство, что я наркоман, блядь, да? Говорю сразу. Во-первых, нервный тик. Во-вторых, вчера операция была. Зубы делал. И отхожу от наркоза сегодня. Немножко весь день такой, типа... Так что вот, все. Если будете вырезать, у меня алиби теперь есть. Так, ну давай. Вот отличный вопрос в чате вижу. Ты Моргенштерн? Иногда, да, бывает. Например, сейчас я Моргенштерн. А так я Алишер. Что еще спросите интересного? Давай посмотрим вопросы, да. Блять, не могу опять, походу, перегрузить. Опять не видно нихуя. Ты слава Мерлоу, вот это вопрос хороший. Ну да, ребята. Я слава Мерлоу. Новый мем родился. Ты один дома, говорит. Ну, надеюсь, да, блять. Хотя нет, тут какой-то вот пацан стоит, говно держит. Вот. Хуй знает, давно стоит здесь. Директор какой-то, наверное. А сейчас что за жизнь, блядь? Ужас, конечно. Слишком насыщенная. Наверное, ёбнусь однажды. Когда ёбнусь... Не знаю даже что. Да наслаждайтесь. Вот мне пишут самозванец. Очень интересно звучит. Самозванец. Ну да, наверное, я сам себя назвал. Логично, блядь. Когда детей. Слушай, я бы уже сделал штук 20. Какой любимый автомобиль? Да что за вопрос скучный? Что с судом? Не знаю пока. Морген. А, почему ты клоун? Да, ребят, я клоун. Вы скоро об этом все узнаете.
зачем ты ногти покрасил? Блядь, чел, ты до сих пор существуешь? Охуеть, я думал, вы вымерли уже. Сука. Где старый Морген? А какой из? Вы, блядь, заебали. Появляется новый, скучаете по-старому. И так вечно, нахуй. Цените уже новых. Понимаете, сразу новых. Не откладывайте это на потом. Какое чувство после наркоза? Ну, просто вот такое вот вялое весь день. Но пиздатое. Короче, пропадают мысли лишние, да? Обычно в голове дохуя вот... Это, конечно, косяк мой. То, что, блядь, у меня в голове дохуя мысли, я с этим работаю. Но иногда такая каша, типа так, мне надо сделать то, мне надо то. Там на съемке, это успеть, этому скинуть, это тот, это тот. Там подписать, блядь. А вот сейчас вообще ни о чем нахуй не думаю. Вот голова пустая. И вот это состояние я ценю. Медитативное. Блядь, ну, конечно, нервный тик у меня ебанутый. Может, это синдром Туретта прогрессирует. И я через... года три начну вот так уже ходить. Да уж. Если что, никакого дисреспекта, синдром Туретта. Вы тоже люди такие, как мы. Вообще, канал Денис Туретта есть охуительный на Ютубе. В Бога веришь? Верю в Бога, да. Бог везде, вообще. Во мне, в тебе, даже в этом колене. Бог — это все. Вам, говорит, на холостяк надо. Ха, однажды, однажды, однажды. Если бы меня взяли на холостяк, я бы такое шоу сделал. Но, да вообще, на любое шоу меня берешь, блядь, шоу становится моим. И становится таким охуенным. Но сразу всех предупреждаю. После альбома майского это лицо подорожает в разы. Прям не в два, а в разы. И я знаю, что говорю. Ладно, наверное, я пойду нахуй. Сладких. А, нет, мне же надо до дропа еще дотянуть. Черт, ну ладно. Что-нибудь придумаю, будильник.